начинать. Димочку, видите? Добрый вечер, дорогие члены клуба, гости, партнеры. Сегодня наша встреча будет очень интересной и очень полезной, надеюсь, для вас, для тех, кто хочет отправиться в круиз, для тех, кто уже забронировал свой первый круиз, а у нас есть такие, да, Надя, наш член-партнер с Эстонии. Меня зовут Катерина Рисухина, я партнер международного элитного круизного клуба «Инкрузес». Уже на протяжении 5 лет успешно развиваю 25 стран, путешествую за счет компании. И, конечно, наслаждаюсь жизнью и очень счастлива, что когда-то приняла такое, знаете, как судьбоносное все-таки решение в моей жизни и стала членом-партнером нашего элитного международного круизного клуба. И сегодня я хочу поделиться с вами, точнее, поделиться с вами наш партнер, наш самый молодой, самый амбициозный, самый креативный партнер Дмитрий. Дмитрий является еще студентом, обучается в Ирландии и параллельно развивает международный круизный бизнес. Поэтому не важно, сколько вам лет, да, 15, 16, 18, 60, 70 или больше, да, вы можете также к нам присоединиться, путешествовать и зарабатывать. Сегодня Дима расскажет о своем круизе. Не стесняйтесь, если у вас есть вопросы, включайте микрофончики, камеры и задавайте Дмитрию вопросы. Потому что, например, у Надежды уже забронирован круиз, Наде надо знать, как происходит посадка, как происходит жизнь на лайнере. Да? Кто только планирует пойти в круиз, тоже, чтобы вы уже были подготовлены и не боялись отправляться в свои первые круизные путешествия. Поэтому, Димочка, я даю тебе микрофончик, представься и начинай, а мы будем с удовольствием слушать о твоем круизе и задавать тебе вопросы. Да, рад приветствовать всех партнеров клуба и новичков. Меня зовут Дмитрий, я сам из Украины, но сейчас проживаю и учусь в Ирландии. Также параллельно занимаюсь инкрузесом и путешествую. Я всегда любил путешествовать, а Инкрузес — это как раз компания, которая помогает каждому человеку путешествовать за самыми низкими ценами, делать это просто и при этом еще делать это в команде. И я расскажу сейчас про свой первый круиз. Я отправился в него осенью 22 года. Он был с 13 по 19 октября осенью. И он был по Средиземноморью, там была Италия, Франция и Испания. За время этого круиза я вместе со своей командой посетил Венецию, Мессину на Сицилии, это Италия все, Неаполь, Рим, Марсель и Барселону. Кстати говоря, этот круиз, хоть он был у меня и первым, но он уже мне обошелся с 50% скидкой от изначальной стоимости круиза. Как вы знаете, в Инкрузесе сразу же все цены идут за самые выгодные. И потому что они идут напрямую. Мы не переплачиваем никаких посредников. Но в Инкрузесе есть также одна особенность. Система накопления с приумножением. То есть, когда вы накапливаете на свое будущее путешествие и имеете еще скидку от изначальной цены круиза или отеля от 25% и выше. Я в этот круиз отправился с 50% скидкой, потому что я был на бесплатном членстве. Что это такое? Если будет такой вопрос, что бесплатное членство такое, тогда я отвечу. Но сейчас в первую очередь я рассказываю не про это, а про сам круиз. Димочка, я извиняюсь, экран видно? Да. Партнеры, видно, да, экран, видно, да, видно, фотограф? Видно. Да. Было бы хорошо чуть-чуть расширить, потому что тут видно вот эти все поля, границы вот эти. Если есть такая возможность. Он же просто горизонтально находится, ну, так тоже можно. Красиво уже. Да, хорошо. Ну, вот так все, значит, продолжаю рассказывать.
И этот круиз, когда я в него первый раз отправился, я в нем больше как не именно просто отдыхал, а познавал вместе со всей своей командой, которая тоже отправилась в этот круиз. Он был очень интересным, очень инновационным, потому что это такой вид отдыха, который не сравнится с обычным отельным, резортным, курортным видом отдыха, потому что каждый день вы просыпаетесь в новом городе, можете выйти в него и обследовать его. В круизе всегда все включено. Я думаю, это вы знаете. Полностью вся еда, все развлечения. А лайнер — это как целый город на воде. Иногда даже в городе небольшом нету таких развлечений, которые есть на обычном круизном лайнере. Еще можно сказать, что лайнер — это как огромный пятизвездочный или даже семизвездочный отель, который сопровождает вас по всему миру. И очень большое еще преимущество круизного отдыха, потому что я сейчас как раз таки говорю преимущества и особенности круизного отдыха, то, что вы раскладываете ваш багаж всего лишь один раз, и вам совсем не нужно париться по поводу этого. В вашей комфортабельной каюте вы раскладываете ваш багаж, и каждый день можете выходить в город, можете оставаться на лайнере, наслаждаться красотами города или атмосферой лайнера, что кому больше нравится. Есть же дни в море также, когда именно суток можно быть на лайнере. На самом деле дни в море, это для многих людей, они очень нравятся, и это очень интересно, потому что в дни в море всегда в шопинге очень хорошие и выгодные распродажи происходят. Не так, как в обычных днях, когда они на суше. Потому что когда лайнер выходит в море, он находится в зоне беспошлинной продажи. То есть он никому ничего не должен, никаких комиссий платить. Из-за этого тогда самые выгодные цены и часто даже почти всегда дешевле, чем на суше. Все вещи, конечно, качественные, брендовые также. И на лайнере, значит, да, плюс очень большой, то, что вы раскладываете ваш багаж всего лишь один раз, и на протяжении всего круиза, каким бы он ни был, или неделя, или хоть кругосветное путешествие на полгода, багаж будет всегда находиться с вами. Я именно когда был в своем круизе, вот когда только начали мы заходить на лайнер, как это все происходит. Конечно же, сначала мы имеем нашу бронь круиза. Мы отправились в место отправления. Это была Венеция. Город Венеции. И посадка на лайнер происходит очень быстро и комфортно. Потому что вы просто достаете свои паспорта, все свои билеты как бы на лайнер, показать, что вы купили его. И с вашим багажом багаж вы ставите в отдельное место, прикрепляете к нему номер своей каюты, и уже как раз таки работники лайнера приносят багаж прямо под вашу каюту. Даже вам не нужно его тащить, этот багаж, через весь лайнер, каким бы он ни был, маленьким или большим. И посадка как бы очень быстро и легко проходит. У нас как бы прошла вообще без всяких проблем. У нас было там больше 5 человек в целом нашей команды, но было все очень легко и без проблем. Потом, после посадки на лайнер, что делать? Сначала же, конечно, нужно зайти в каюту, разложить свои вещи. И после этого все люди в основном идут на шведский стол или на рестораны. Есть, короче говоря. И тогда шведский стол очень заполнен. Там очень много людей, конечно. Еды там всегда хватает, всегда много. Ее можно брать в любых количествах, и она обновляется там каждые 6 часов. Работает шведский стол, кстати говоря, почти на любом лайнере 20 часов в сутки каждый день. Иногда может быть даже и дольше, чем 20 часов в сутки. Но я лично вам советую новичкам, которые еще не были в круиз, не идти сразу же как раз-таки есть, а идти в спа-зону, аквапарк, вот это все, спортзал, потому что тогда как раз-таки очень классное время, чтобы можно было пофоткаться, потому что тогда людей там или очень мало, или вообще практически никого нету. Это мой такой личный совет, лайфхак. Дальше рассказывая уже, если пошла тема про питание, тогда, ну,
Там помимо самого шведского стола есть рестораны. В основном это ресторан не один. Ресторан также входит в стоимость круиза, как и все. И каждый вечер посетители лайнера могут прийти в ресторан, и официант, прикрепленный к каждому столику, приносит посетителям меню, а меню совершенно бесценно. То есть вы можете выбирать все, что есть в меню, и при этом это будет за 0 долларов, полностью за бесплатно, потому что это входит в стоимость круиза. И можно заказывать сколько угодно. Любого абсолютно блюда, ну, как в обычном ресторане, можно так сказать. Но все это на высшем уровне. Весь сервис, на круизном лайнере на высшем уровне. Не сравнится с отельным или курортным отдыхом. Также помимо шведского стола на лайнере, да, и рестораны, есть еще буфеты и бары. В основном буфеты и бары, они платные. Вот, к примеру, в барах всегда, почти на всех лайнерах, есть исключения, но почти на всех лайнерах алкоголь не входит в стоимость круиза. И за него нужно доплачивать много денег. Вот действительно, прямо много, и легче уже купить тот же алкогольный какой-то напиток на суше и взять его. Но просто купить его и взять, к примеру, вино, там, коньяк, шампанское, и взять и пронести. Не очень как бы положено так делать, потому что это будет выглядеть очень странно, и, скорее всего, если увидят, скажут, что, ну, с алкоголем нельзя на борт. Но при этом я вместе со своей командой придумали очень классный лайфхак. И он полностью законный, полностью легальный, и еще ни у кого он, так сказать, у всех он, короче, про канал. У всех было все хорошо, с этим никаких проблем не было. К примеру, взять какой-то бутылку, к примеру, с-под лимонада, коробку с-под сока, и туда уже налить алкогольный напиток. И просто пронести его под видом или того же сока, или там кока-колы, или лимонада, и никто, ни у кого никаких вопросов с этим не возникнет. Это такой короткий лайфхак, но очень действенный. А так, в целом, на лайнере все включено. Иногда еще Wi-Fi не включен, но за Wi-Fi я вам не советую переплачивать деньги, потому что ну, на лайнере есть чем заняться и без Wi-Fi, можно так сказать. Потому что, ну, на лайнере не заскучает никто. Любой человек, сколько ему не было бы лет, там от одного годика до сколько угодно, короче, лет, потому что для всех найдутся подходящие развлечения. Потому что, ну, лайнер, как я говорил, уже очень большой, имеет очень много разных развлечений. Там даже есть клубы отдельных возрастных категорий. Димочка, давай так, вот Да. смотри, ты уже много рассказал и о питании, и посадке. Гости, задавайте вопросы, потому что вы понимаете, Дима может вам часами рассказывать об этом удивительном, прекрасном Да. круизном отдыхе, да? Но нам важно очень, чтобы вы, ну, получили не только удовольствие, да, но и какую-то полезность, пользу. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, да, вот Дима вам рассказал, как происходит посадка на лайнере, если вы хотите что-то уточнить, питание на лайнере. Дима, что еще рассказал? За спа-зоны процедуры, за шведский стол, за ресторан. Поэтому, девчонки, давайте даже и партнеры, кто у нас новый партнер, потому что, ну, партнеры в первую очередь должны знать, уметь все это, потому что отправляем именно мы людей в круизный отдых, да, даем мы им какие-то советы, нужные, полезные лайфхаки, вот такие, которыми Дима делится. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы, не стесняйтесь, Дима с вами с удовольствием поделится. Да, он, Дима, пока водички выпьет, Димочка, да, выпей, не спеши. А девчонки зададут вопросы, а девчонки зададут вопросы. Дима, хорошо, пока девчонки думают, скажите мне, пожалуйста, вы Девчонки уже какой выбирали подумали. ужин? Да, Ольга, у вас есть вопрос, задавайте, Да, пожалуйста. Димочка, спасибо за такой хорошенький рассказ. Вопрос, два Да. вопроса. Венеция, место отправления, значит, отправление может быть из любой страны, из любого города. Как туда добираться? И второй вопрос. Можете выйти в город и исследовать его, выйти самостоятельно с группой, как экскурсия, и что это стоит в деньгах? Хорошо, смотрите, отвечаю на ваши эти два вопроса. Первый вопрос по поводу, с каких городов, с каких стран можно выплывать в круизы. Смотрите, не со всех стран можно выплывать в круизы и не со всех, конечно же, городов. К примеру, вот многие у меня спрашивали, можно ли там с Украины выплыть, с Польши, с
многих стран вот попросту как бы нельзя выпасти. В основном страны Европы, которые прямо-таки граничат с морем, много, Средиземным, Северным Европейским морем, тогда, конечно же, там, ну, как бы всегда есть порт, куда вместится круизный лайнер. Круизный лайнер может не войти в порт из-за того, что он просто не вместится, из-за того, что дно будет сильно высоко находиться для лайнера. И тут уже, конечно, смотрите, вам личный мой совет – это уже зайти в наш букинг или, возможно, на второй части презентации Катя будет показывать как раз-таки букинг, как бронировать круизы. Вы скажете, какое направление вас самое больше интересует, и Катя для вас как бы подберет этот круиз. Ну, какое направление вас интересует? Вот я вам задаю сейчас вопрос. Какое направление вас самое больше интересует? Какие города и страны вы мечтаете посетить? Ну, чтобы выбрать, надо иметь список, из чего выбирать. Ага. Понимаю. Ну, смотрите, в нашем клубе более 21 тысячи направлений по всему миру. Это все континенты, кроме Антарктиды. Америка, Азия, Европа, любое направление. Надо же еще подобрать под время. Время, смотрите, конечно, вот есть, к примеру, на зиму хорошие круизы Красное море и Дубайское направление. Осень и весна – это Европа, или Северная Европа подходит, или как раз-таки Южная Европа, там как раз тепло, очень хороший как раз-таки климат. Ну, конечно, можно и Америка, Азия – это как бы такой выбор. Но те люди, которые еще как бы вообще не знают, какие направления они хотели бы посетить, а просто хотели бы отправиться в круиз, как бы как в круиз, увидеть какие-то города, я рекомендую это Средиземноморье, или греческие острова, или Европа, Италия, Франция, Испания, Португалия, такие страны. Лично я рекомендую. И Спасибо. смотрите, след... Да? Как вы добираетесь? Вы самостоятельно берете билет и добираетесь до этого города? Да, смотрите, да, мы пока что на данный момент, если вот, к примеру, отправка круиза, в который вы хотите отправитесь, и вы его уже забронировали, припустим, в Риме, тогда да, нужно купить или авиаперелет, или на автобусе туда доехать. Пока что это делается, ну, независимо от нашего клуба. Но уже анонсировали, президентом компании было анонсировано то, что вскоре, ну, в этом году по-любому, в наш клуб помимо круизов и отелей войдут также авиаперелеты, и они будут также за самыми низкими ценами. Так, с этим вопросом понятно. Ко второму перейдите, пожалуйста. Ко второму, хорошо. Выйти в город. Выходить в город, платно, смотрите, бесплатно, тогда... группой отдельно. Вы можете выходить в город, в любой город, где останавливается лайнер. Он в основном останавливается на 8-10-12 часов. И иногда даже на 2 дня там остается, если какой-то классный город, типа Дубая, Барселоны, Рима, такие города, на которых одного дня попросту не хватит, чтобы его обследовать по-настоящему, насладиться его атмосферой. Тогда он может останавливаться там и на 2 дня. Выходить можно в любом случае в любой город, когда останавливается лайнер. Ну, в положенное время. И выходить можно, смотрите, можно выходить полностью бесплатно. Можно даже денег не брать в город вообще. Выходить бесплатно можно без экскурсии, без экскурсовода. Можно некоторые города находятся прямо в центре города, очень близко к порту. И этим я вместе со своей командой, когда отправлялся в свой этот первый круиз, я этим воспользовался. Вот мы на своем лайнере приплыли к городу, вышли с него просто и пошли уже просто пешком к центру города. И пофоткались, понаслаждались красотами города. Так было и получается на Сицилии, в городе Мессина, было в Венеции, так было в Неаполе, также было. И в Марселе. Но также есть вариант еще дополнительный
дополнительно купить экскурсии. Экскурсии в основном пока что делают, независимо тоже от нашего клуба, не с помощью нашего клуба, но уже также анонсировали, что в этом году по-любому добавится такая возможность именно в клубе Инкрузов, тоже за самыми выгодными ценами. Возможно, если вы смотрели какую-то запись презентации, тогда вы видели, что есть золотая и голубая карта. Вы с этим знакомы? Хочу спросить вас. Пока нет. Хорошо. Ну, эта тема чуть-чуть долгая, так что я скажу вам вкратце. Вскоре, в этом году уже по-любому, можно будет бронировать и экскурсии, и все бьюти-процедуры, алкоголь, разные шопинг делать на лайнере тоже с помощью клуба. Практически бесплатно. То, что мы переплачиваем, ну, доплачиваем за круиз со своей банковской карты, то, что мы доплачиваем за круиз, то можно, эти деньги не просто пропадают, они идут вам на голубую карту, и с этой голубой карты вы можете тратить все, что хотите, на борту лайнера или бронировать экскурсии. Но экскурсии можно и не бронировать. Я лично сторонник того, что не бронировать экскурсии, просто поехать на автобусе или пешком пойти в центр города и там уже все просмотреть. Есть, сейчас все переходит в онлайн, есть Google карты, можно увидеть легко все достопримечательности, можно перед тем, как выйти в город, посмотреть какое-то видео про город, какие места в нем обязательно было бы хорошо посетить и, так сказать, использовать это. Ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. И бесплатное членство вы обещали. Про бесплатное членство рассказываю. Член клуба обычный, будучи, можно стать членом или член-партнером клуба Инкрузес. Член, чтобы зайти, нужно сделать начальное накопление. Это $200, чтобы активировать ваш кабинет, и при этом одни $100 ложатся на голубую карту, а другие $100 превращаются в 200 бонусных баллов и ложатся вам на золотую карту. Один бонусный балл равен $1 при бронировании круиза или отеля. А бесплатный член – это человек-партнер, который к своему членству доплатил еще $95, чтобы купить франшизу, чтобы начать заниматься готовым бизнесом. Заниматься им полностью легко, потому что, ну, как бы, где можно еще, кроме Инкрузес, начать заниматься серьезным, реально выгодным бизнесом всего лишь за $95. Это бизнес полностью готовый, который требует от вас всего лишь $95 в полгода и ваше, конечно же, время, потраченное на его развитие. Бесплатный член – это самый первый ранг, когда вы еще не зарабатываете деньги пассивным доходом, но при этом пригласили 5 своих знакомых или, может быть, каких-то других людей, которые любят путешествовать. Но я уверен, что у человека, который любит путешествовать, наверняка найдутся 5 друзей, знакомых, которые тоже любят путешествовать. И вы их подпишете в клуб и будете бесплатным членом. И каждый месяц, будучи членом, член клуба накапливает на свой счет, на свою золотую карту по 100 бонусных баллов. Так же, как это делают большинство семей, они накапливают на свой отдых. Но там никакого приумножения не идет, и они еще будут доплачивать очень много денег для посредников, туроператоров и турагентов. А у нас с этим все максимально продумано и просто сделано. И вот каждый месяц член по $100 накапливает на свою золотую карту, они превращаются в 200 бонусных баллов. Но при этом, если нету такой возможности вдруг, это, конечно, самый выгодный вариант, потому что тогда за год вы накопите 2400 бонусных баллов. Но также есть вариант, можно минимум, это максимум, это один раз каждый месяц делать накопление. А минимум это раз в 3 месяца. Но если будете раз в 3 месяца делать, тогда за год вы накопите всего лишь 800 бонусных баллов. И путешествия как бы будут не такими выгодными, и не так часто будет возможность путешествовать. А бесплатный член, ему уже каждый месяц совсем не нужно
накапливать эти 100 долларов, ложить на свой счет, на свой золотой счет в Инкрузесе, а компания это будет делать за него, сама ложить эти деньги на счет, и они будут конвертироваться в 200 бонусных баллов. Какого Потому момента что этот человек прекращается? пригласил пятеро своих знакомых в клуб, и они стали членами. А, когда Понятно? пригласили 5 человека, ты становишься бесплатным, у тебя бесплатное членство, да? Да, и Но если до этого пригласить надо... пятеро знакомых в клуб, и они станут членами. Но до этого надо накопить год 2400. В год 2400. Для этого нет, для этого не нужно накапливать, чтобы просто быстро, если я каждому человеку в своей команде, каждому своему лиду и знакомому, который хочет присоединяться в клуб, рекомендую делать так. Сразу же становиться просто членом и начинать искать людей, которым нравится путешествовать среди своих знакомых. И когда найдется эта пятерка, тогда доплатить до вашего членства 95 долларов на покупку франшизы, готового бизнеса, чтобы его развивать. И потом подписать этих людей под своей реферальной ссылкой, и тогда вы станете бесплатным членом. Понятно? И тогда Олечка, можно Димочка, выходить разрешите в я круиз. отвечу? Олечка, вы задали вопрос, сначала 2400 накопить. Нет, вы можете стать членом-партнером и сразу же за неделю пригласить 5 человек, вы уже на безоплатном членстве. Вам не надо ни в коем случае накапливать 2400. Вы можете выйти на безоплатное членство за неделю, за месяц, за два. То есть уже за В сколько, любой момент, как да, сказал как будет Дима. 5. Да. Вам не Спасибо. надо накапливать. Вы один раз себе положили на счет 295, 200 пошли вам на путешествие, 300 у вас на счету, 95 вы купили лицензию на право вести международный круизный бизнес. И со своим наставником, что самое главное, у вас будет наставник, я так поняла, вас Наталья пригласила, да, у вас наставник, который Да. уже на безоплатном членстве, который уже маркетинг-директор, и Наталья уже опытный партнер, вас всему научит и также вам вас поможет вам выйти на безоплатное членство. Спасибо. Хорошо, давайте задаем еще какие-то вопросы, если есть. У новичков, может, у партнеров какие-то вопросы. Задавайте, на все буду отвечать. Да, потому что, ребята, осталось буквально 2 минуты нашего времени конференции. А, давайте так, если нет вопросов Дмитрию, да, Дима, очень большая тебе благодарность. Спасибо тебе большое. Дима, скажи мне, пожалуйста, тебя берут на следующий круиз? Следующий круиз. Когда у тебя следующий круиз? Да. О, мой круиз начинается через неделю следующий. Супер, супер. Мой Ребята, вы второй понимаете, круиз. да? Кто И при там этом я уже забронировал свой третий круиз третий круиз? по Дима, греческим островам. супер, супер. Ребята, кто-то, понимаете, в 40 своих, 50 ни разу не был в круизах, да? Если такие люди встречаешь и рассказывают, что это круто, здорово, и до сих пор люди почему-то думают. А Дима в свои... Дим, уточни, 17 или 18 тебе уже лет? 16. 16, Дим, прости. То есть Дима уже в свои 16 лет, у него круиз за плечами, через неделю идет свой второй безоплатный круиз, и третий у вас, по-моему, осенью, да, своей командой вы идете Да, 22 числа октября. 22-го. Супер. Ребят, поэтому, дорогие гости, обязательно присоединяйтесь. Дорогие члены, партнеры, кто еще не был в круизах, у кого не забронирован. Надюшечка, я вас поздравляю с забронированным круизом. Надежда, у нас в Эстонии забронировала круиз. У кого еще не забронированы круизы, присоединяйтесь. Присоединяйтесь в клуб, путешествуйте. И сейчас гости, партнеры, у кого есть еще вопросы, у нас сейчас эта сессия заканчивается, и мы с вами уже конкретно перейдем к нашей базе. Спасибо, сердечки, спасибо, гости, большое за сердечки. Дима, тебе сердечки в студию. Спасибо, Да, была очень да. интересная презентация.